Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня нет и не было парня. У моих подруг есть парни-мужья, я до сих пор одна, чувствую себя ущербной. Парни меня не замечают, мне кажется, я так умру в одиночестве. Какие советы дадите? Полина, советов психологи не дают. Необходимо разбираться в том, как вы себя воспринимаете. Вот, корректировать ваше самовосприятие, вот, и вырабатывать адекватные для вас модели поведения, вот, полуролевые, социальные, профессиональные и так далее. Вот, сейчас это выглядит, все выглядит так, что вы себя очень сильно обесцениваете, выглядит так, что вы очень сильно себя отторгаете. Вот, и выглядит так, что у вас в наличии присутствует довольно много агрессии, злости, вот, которую вы подавляете, и которая, собственно, выражается вот в такую общую подавленность и депрессивность, это тоже необходимо корректировать. Как-то так, я думаю, поэтому советы это немножко не про психологов, а вам нужна психотерапия. Вот. А, значит, вы пишете, что у вас нет парня, вот. То есть это именно вот здесь вот история про парня, то есть это история с вашей моделью поведения женской. И восприятие себя как женщины, отношение к себе как женщине, ну вот, образ ваш, женщины, и модель женского поведения. Вот это вот необходимо корректировать. Ну и повторюсь, вполне возможно, вы что-то в себе подавляете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь.